Всех рад видеть. С вами Александр Герчик, наша компания Герчик & Co. У нас сегодня тема месяца. Мы с вами поговорим о том вообще, почему так важен не просто даже четкий алгоритм, как правильно писать сценарии, как создать торговый алгоритм, что в нем обязательно должно быть прописано. И вообще для чего это все. Первое, вы должны понимать одну вещь, что если вы начинаете создавать торговый алгоритм, что самое простое, это то, что вы можете сделать, это воспользоваться конструктором алгоритма, который есть в компании Герчик & Co. Ссылку на него вы найдете в чате и в описании этого видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал. И перед тем, как я перейду там вам что-то показать, я сначала вообще объясню, для чего все это нужно. По поводу алгоритма. Я не знаю, почему Ангелик решила, что я с Марса. Может, я с какой-то другой планеты. Может, я не марсианин. Может, я какой-то другой планеты. Наверное, я с другой планеты. Так вот, когда вы будете писать алгоритм, средний трейдер, вот те, которые люди у меня учатся, они в среднем меняют алгоритм приблизительно 10-15 раз за год. То есть алгоритм у вас железный в самом начале не будет. Почему? Объясню. Первое. На рынке постоянно меняется конъюнктура рынка. Например, сейчас одна конъюнктура. Один день рынок вверх, один день рынок вниз. Алгоритм будет меняться у вас 5, 10, 15 раз. Во-первых, когда вы делаете алгоритм, вы еще не знаете, какой стиль торговли вы будете торговать. Я всегда всем советую трейдерам, которые вообще приходят в эту индустрию, это попробовать все стили торговли. Давайте я вам просто вот объясню. Опять же, будем сегодня разговаривать по душам. Смотрите. Сейчас, одну секунду. Так, нет, есть какая-то хорошая. Когда вы будете писать алгоритм, мой совет один. Делайте всевозможные стили торговли. Смотрите, объясню почему. Дело в том, что очень многие из вас совершают одну очень большую ошибку. Я обязательно сделаю видео на эту тему. Вы пытаетесь заставить свой мозг, что невозможно. Да? Практически невозможно. Можно приучить. Но это берет время. Вы пытаетесь заставить свой мозг, чтобы у вас мозг работал по каким-то канонам. Это очень неправильно. Мой совет один. Проводите разные уровни. Торгуйте разные стили торговли. Для того, чтобы вы дали своему подсознанию возможность самому выбирать тот стиль торговли, который ему подходит. Вот очень многие люди говорят, знаете, что у трейдера есть чуйка. Например, вот я вышел там 2 недели назад и рассказывал там про нефть. Или я рассказывал там про американский рынок. Или рассказывал про что-то еще. Вот это очень важный фактор, о котором именно я хотел рассказать. Это именно как раз то, что я начал доверять, что такое чуйка. Когда у тебя чуйка, ты доверяешь своему подсознанию. То есть вот это и есть вот этот очень и очень важный фактор. Это доверять своему подсознание. Ваше подсознание начнет за вас полностью делать всю свою работу. Вопрос просто один, его надо приучить, ему надо доверять. Поэтому все те, кто только начинает торговать, все те, которые только начинают торговать, мой совет один – это дать возможность своему подсознанию просто ему доверять. И пробуйте разные стили торговли. Почему? Потому что рынок постоянно разный. Есть рынок, на котором будут работать пробои. Есть рынок, на котором будут работать отбои от уровня. Есть рынок, на котором будут работать только ложные пробои. Есть рынок, на котором будут торговаться отбои от уровня именно с точки зрения in-play. Да? Когда акции внутри дня открываются, и вы их начинаете торговать. Поэтому не надо себе закрывать возможности. Как я сказал, ваш алгоритм, это заключается только в одном. Вы должны быть гибкими в соответствии с рынком. То есть вот то, что рынок дает, вы обязательно должны быть гибкими. Проблема людей заключается в том, что, например, рынок дал пробои, и они все время думают, что пробои будут работать. Пробои перестали работать, и люди перестают что-то делать. Так вот, просто вот чуйка – это ваше доверие, ваша интуиция. Как в свое время сказала Фаина Раневская, интуиция – это способность головы чувствовать жопой. В первую очередь, вы должны понимать одну вещь. Алгоритм просто поможет вам понимать, правы вы или не правы
каком-то суждении своей сделки. Почему? Если у вас есть что-то на бумажке, да, вот как у меня на бумажке записано все, да, вот домашка, я всегда ее потом проверяю. Вот это основной фактор для меня, это понять, правильно или неправильно я сделал, соответствует с правилами, которые я сделал. Давайте теперь я вам покажу пример алгоритма, и потом еще алгоритм – это еще не все. Алгоритм – это еще не все, это часть. Вот просто человек, который написал алгоритм, да, давайте я вам, видите, покажу. Первое. Алгоритм должен быть очень четким. Если у вас вначале будет какой-то алгоритм, который очень плавающий, вы не сможете правильно принимать определенные решения. То есть алгоритм у вас должен быть очень четким. Смотрите дальше. Видите? Расписание рабочего дня, подготовка, стили торговли, расписание, видите? Вот. И дальше идет полностью описание. Во сколько человек? 4 часа утра, представляете, он просыпается. Это мрак просто, что медитация. Видите? Это чересчур рано. Видите, подготовка, как он торгуется, что он смотрит. А теперь смотрите дальше. Начинается дальше очень важная вещь. Уровень. Что такое уровень для человека? Мой совет один. Когда вы будете писать определенный алгоритм, мой совет заключается в следующем. Вот опишите себе абсолютно все подряд. Видите, вот все, что вы здесь видите, обязательно себе опишите для того, чтобы убрать человеческий фактор. Что такое ложный пробой одним бар? Видите, здесь полностью все написано. Смотрите, как человек принимает решение, будет дальше. То есть он все себе писал. Дальше. Это были уровни. Смотрите дальше. Видите, вот. Что такое пробои? Что такое коробочка? Что такое длинные хвосты? Что такое ретест? Что такое задерги? Видите, что такое узкие каналы? И что такое не узкие каналы? Видите, что такое скорость? То есть вы должны полностью убрать себе вообще 4, вернее, человеческий фактор для того, чтобы, когда вы садитесь торговать, у вас его вот честно, вот у меня все на бумажке есть. Мне абсолютно безразлично потом, куда начинает рынок идти. Появляется какая-то волатильность или нет. Но давайте я вам сейчас приведу один очень интересный пример. Сейчас я вам кое-что покажу. Алгоритм в самом начале должен быть у вас так написан, как будто вы не просто пишете алгоритм, а как будто вы пишете свои мысли. Самый лучший алгоритм, да, сейчас, самый лучший алгоритм, он будет всегда, я что сделаю, сейчас я пролистаю до конца, вы просто никуда не спешите. Самый лучший алгоритм будет сделан до того момента, когда вы пропишете в него все. Вот мне просто интересно, видите, вот у нас появился bad face, да, вот человек вообще не слушает то, что мы говорим, он просто сидит и уже написал 30 комментариев. Мне всегда интересно одно. Вы что думаете, что вы Юлий Цезарь? Вы можете там и видеть все, и слышать все, и знать все, и еще все понимать. Как вообще можно писать комментарии, когда вам что-то показывают? Мозг ваш, да, я вам говорю, у меня очень хороший мозг, очень натренированный. Я могу там 3-4 вещи делать одновременно. Но если мне нужно разобраться с какой-то темой, то я только сконцентрируюсь на этой одной теме и все другое даже больше не буду делать. Поэтому, если вы действительно хотите чему-то научиться, просто вот закройте рты и откройте уши. Давайте я вам дальше покажу. Итак, видите, у человека полностью все описано. Что это значит? Это больше даже вот все, что у него есть, это больше написано, больше похоже на конспект. Что это значит? Если он оказывается в какой-то ситуации, которую он не помнит, видите, например, или в этой, или в той, он просто идет, открывает свою картинку, да, и увидел, ага, хвосты вверх, откуда пришли, туда и пойдем. То есть человек себе полностью написал так называемое руководство к действию. Что такое широкий канал, видите, что такое узкий, какие бывают тренды. То есть у человека вообще все есть, все есть. Вот он себя полностью описывает, и после этого, да, видите, как он торгует, то есть какие действия он будет делать. А теперь все хорошо, представьте себе, вот я вам пролистываю, пожалуйста, даже медленно полистаю. Видите? Защитный стоп выставляется на размер прописанного в алгоритме. Видите, вот у вас все есть. А теперь посмотрите внимательно и запомните одну вещь. Алгоритм – это все очень хорошо.
Это все очень здорово. Но помимо того, что у вас есть алгоритм, помимо того, что у вас есть алгоритм, у вас должен быть обязательно прописан сценарий к каждому инструменту, который вы собираетесь торговать. И вот я вам сейчас покажу еще кое-что. Сейчас картиночка выйдет. Так, нихера вы не увидите, поэтому придется сделать вам побольше буквы. Вот. Вот просто почитайте. Представьте, что вы идете на очень важную встречу или бизнес-партнерами. Все на этой встрече будет решаться, каким точно вы на эту встречу не придете. Есть уверенность, что вы никогда не пойдете на судьбоносную встречу неподготовленным для вас состоянием. Вы за несколько недель начнете готовить проект, будете тщательно продумывать. Видите, вот здесь все написано. И когда вас спросят, что вы на это ответите, у вас будет огромное количество компонентов и любые форс-мажорные ситуации. Так вот, вот здесь видите полностью статья. Это как раз статья полностью, которая сделана из моей книги. Видите? Вот. Здесь полностью все описано, как можно себя обезопасить, что такое сценарий. Итак, смотрите, я вам просто покажу. Просто несколько сценариев. Итак, смотрите внимательно. Если вы изначально будете описывать полностью все сценарии, которые у вас есть, у вас никогда в жизни не будет никаких проблем. Что это значит? Основная проблема – это не просто написать алгоритм, это не просто что-то сделать, это сделать и этому следовать. На рынке может случиться абсолютно все. То есть если вы думаете, а вы уже понимаете, да, что сейчас все вообще может случиться не только на рынке, но и в мире, и с людьми, и со всем остальным. Вы должны понимать одну вещь, что если вы будете готовы к тому, что на рынке может случиться абсолютно все, тогда у вас не будет никаких проблем. Вы уберете человеческий фактор. А теперь представьте себе такую ситуацию, вы пишете сценарий. Вот смотрите, вот у меня сегодня было и евро, да, потом в телеграм-канале там я евро дал в другой вид, и японская иена, вот полностью все есть. То есть вы что делаете? Мы сейчас убираем человеческий фактор. Представьте себе, что вы, ну давайте скажем так, супердисциплинированы. Ну, что это не так, потому что 95% из вас вы абсолютно недисциплинированные люди. Абсолютно. И вы будете делать все, что вам угодно. Как минимум, если у вас есть алгоритм, раз. Как минимум, если у вас есть сценарий, два. То вы сможете оценить, что так вы не так не делаете. Вот основная проблема людей заключается в том, что они, например, написали себе какую-то акцию. Эта акция развернулась, она пошла в другую сторону. Вы вдруг берете, разворачиваетесь и идете в обратную сторону. То есть у вас акция стоит в лонге, а вы стоите в шорте. Никогда ничего хорошего не будет.